county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing that rock. Приехала из Перми. Третий день уже гуляю по городу. В целом нравится здесь. У вас очень много зелени. И много вообще всего интересного. Пока я получаю все зачеты. Это хорошая новость. Заканчивается учебный год. Я на 3 месяца ухожу в отпуск, уезжаю с внучкой на дачу. Надеюсь, что лето будет хорошее и теплое. Будем собирать ягоды, грибы. Настроение выходное. Я очень люблю на дачу прыгать по лужам, когда после дождя. Готовлюсь к отпуску. Уехать. Я пенсионер. Поэтому рада всему, что происходит каждый день. Вот у меня сынуля, вы можете увидеть. Совсем маленький, здоровый. Мы идем от врача. И нам сказали, что мы образцово-показательные дети. Это хорошая новость. А еще мне можно теперь выпить капучино спустя 2 месяца. У всех женщин очень строгая диета. Первые 2 месяца. А теперь я могу чем-то себя побаловать. Вот 2 хорошие новости. Я поеду с мамой в Египет и буду ловить там рыбу. И еще я поеду в деревню. Зарплату дали вообще, это шикарно, бурундуком. Вот 2 недели работал, вот зарплату дали, вообще все прекрасно. Так что хорошо. Да. Все, удачи. Сегодня я пришла в университет, посмотрели мой эскизный проект и сказали, что все замечательно и нужно все доделать. У меня осталось всего неделя, но я полна сил, энергии и думаю, что у меня все получится. Освобожден от всех экзаменов. Я красавчик.